МВД по Республике Татарстан было и остается одним из лучших региональных подразделений системы внутренних дел страны. По многим направлениям его результаты заметно выше среднероссийских показателей. Отличительной чертой является поиск и внедрение новых эффективных форм и методов работы технических разработок. Сегодня полиция переживает сложный период. Численность сокращается, а нагрузка растет. Это происходит в условиях неблагоприятных экономической обстановки в стране и росте социальной напряженности. Здесь важно удержать ситуацию, не откатиться в 90-е годы. Отмечу, ваша тяжелая повседневная работа по обеспечению общественного порядка, профилактике правонарушений, раскрытие совершенных преступлений не остается незамеченной. Республика всегда уделяла и будет уделять особое внимание вашей службе. Буквально на днях на Совете Безопасности мы приняли ряд кардинальных мер, направленных на повышение уровня общественной безопасности, которые будем системно реализовывать. Александр Михайлович, спасибо большое. Еще раз хочу поздравить вашу праздник, поблагодарить за ваш нелегкий труд и заверить, что руководство республики, мы всегда с вами, сокращение лета, праздники лета, тяжелые моменты, потому что ваша слаженная работа – это перспектива развития нашей республики. Виктор Ахнатский, большое спасибо.